rhythm. I got music. I got my girl who could dance for Andy Murray. I got DZs, young grandpasters. I got my girl who could dance for Andy Murray. All my trouble out of my head. You won't find it round my door. Yeah. I got starlight. I got sweat dreams. I got my girl who could dance for Andy Murray. Who could dance for Andy Murray. Yeah. Spill it, we sit, let it, we pop a hit and let it drop a drop a drop a bite. Sit it, let it, let it, let it, let it, let it, we pop a bite. So do that way, swap a bite, see how up a bite. I got my girl who could dance for Andy Murray. I got DZs and grandpasters. I got my girl who could dance for Andy Murray. All my trouble out of my head. You won't find him round my door. Yeah. I got starlight. I got sweet dreams. I got my girl who could dance for Andy Murray. Who could dance for Andy Murray. Максим Юдин заряжает сегодня музыкальным настроением, и это прекрасно. Просто за хорошее настроение отвечает Валерия Шелковникова. И Семен Сокол. Утренний экспресс начинается прямо сейчас. Fly me to the moon. Let me fade among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. Another word holds my hand. Another word, hey, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me think forevermore. You are all long for all the worship, yeah, and it's all. Another word won't please be true. Another word, I love you. Ain't no wildin' low enough.
Мне бы такой будильник, и я бы с радостью просыпался каждое утро. Можно попросить Максима Юдина просто будить с утра, так вот звонить и петь такой замечательный. А что ж звонить-то? Можно и рядом, Макс. Да, Максим Юдин у нас сегодня в гостях, отвечает за музыкальное настроение, а в студии Семен Сокол, Валерия Шелковникова. И сегодня мы говорим о нашем городе. Самый лучший город на земле. Какой же он должен быть, чего же не хватает или что же нужно убрать. Ну, в общем, все ваши идеи ждем в группе ВКонтакте. The writing song of love, but not for me. The lucky stars above, but not for me. With life to lead this way, I found more clouds of gray than any Russians play. A good guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hold a ladder, and although like a day, although I can dismiss the memory of your kiss, I guess she's all, yeah, she's not for me. Отвечал Юдин. Макс Юдин, а за клавиши отвечал Вячеслав Жижлев. Доброе утро, мужчины. Доброе утро. А, ну что, как настроение ваше? Хорошее. Хорошее. А мы знаем, что у тебя есть псевдоним «Нарцисс». Да, в том числе. Расскажи, да, это же человек, который самолюб какой-то. У меня есть несколько вообще музыкальных проектов, которыми я занимаюсь. Вот один из них — это джазовый проект. Угу. И есть, можно сказать, такая популярная музыка. И вот проект «Нарцисс» — это поп-музыка, электронная музыка. Почему «Нарцисс»? Потому что я в какой-то момент жизни понял, что я относительно скромный молодой человек. Вот и решил так побороться со своими комплексами. А если говорить о скромности, вот Валерия мне рассказывала, что она в детстве, когда ходила в церковь, слышала, как вы там поете. Что это за история? Ну, я же говорю, я был скромный молодой человек. Да, верно, я несколько лет пел в церковном хоре. То есть с самого детства ты понял, что музыка – это твое призвание? Или были какие-то мечты еще? Другие? Ну, с самого детства я занимаюсь музыкой. У меня были разные повороты на моем музыкальном пути, в том числе и поворот в сторону юракадемии, поворот в сторону философского факультета в УРГУ. У вас несколько высших образований. Да, вот. Но в итоге как-то вот в итоге музыка стала моим основным сейчас занятием. Мы прочитали в интернете, что вас что-то связывало с, как это, мужчина Украины, Иван Дорн. Да, я... Он вас продюсировал? Нет, он не продюсировал меня. У Ивана Дорна есть свой лейбл, он называется «Мастерская». И вот они занимаются продвижением артистов начинающих. Вот я издавал... По-моему, это называется продюсирование. Ну, нет, я не скажу, что прям продюсирование. Просто такая помощь, можно сказать. Ну, я принимал участие в музыкальном проекте. Телевизионном. Вышел в финальной стадии. Да, тоже было дело. Как раз вот с проектом «Нарцисс». После этого подписчиков, поклонников, поклонниц прибавилось? Популярность как-то, ну, что-то... Ну, да. И как отразилось это?
Да, в принципе, я просто продолжаю заниматься своим любимым делом и рад, что меня поддерживают, рад как раз-таки большему вниманию к своему творчеству. Но это действительно ведь важно, когда есть поддержка, ты чувствуешь, что то, что делаешь, людям нравится и хочется творить дальше. Хотелось бы поучаствовать еще в телепроекте? Или это не есть цель? Я думаю, мне всегда было бы радостно поучаствовать в каких-то интересных проектах, не обязательно телевизионных. Я всегда за творчество и за горение глаза в творчестве. Поэтому, если что-то появится, то, конечно, всегда есть. Где в ближайшее время можно увидеть тебя? В ближайшее время я могу всех позвать вот в этот уже четверг. Мы будем устраивать в Шалом Шанхай, есть такой бар у нас в городе Екатеринбург. Мы будем устраивать концерт, посвященный Хэллоуину, поэтому вот буду рад. Отлично. Увидеть. Ну все, теперь мы знаем, да? Где будет твоя флора и наша фауна, так сказать. Верно. Спасибо большое. Мы не прощаемся, еще обязательно просим тебя порадовать нас. А эфир «Утреннего экспресса» продолжаем с прекрасной, очаровательной Валерией Шелкунько. И с Семеном Соколом. Да, что дальше будет? Заканчиваем музыкально вместе с Максом Юдиным. All of me, why not sing? All of me, baby, can you see? I'm no good without you. Well, take my lips, I'll never use. Take my eyes, I never lose them. Well, your goodbye left me with a heart that cries so.